каждый из нас что-то строит. Кто-то строит карьеру, кто-то семью, кто-то и то, и другое. Вся наша жизнь – это большая стройка, а наша работа – за ней наблюдать. Сегодня мы в городе-герое Керчи, где строят… Сейчас узнаем, что строят. Опасная зона, проход запрещен. Здравствуйте. Здравствуйте. Что здесь происходит? Тут идет строительство Митридатской лестницы. Так как она старинная, ее реставрируют. Можно мы одним глазком? Пожалуйста. Можно? А? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Пойдемте, нам разрешили. Ох, вот это красота! Вся Керчь как на ладони. А внизу, внизу стройка кипит. Нам туда. Митридатская лестница была построена в 30-х годах 19 века архитектором итальянского происхождения Александром Дигби. Это был краткий экскурс в историю. На самом деле, после этого события развивались очень стремительно. Лестницу штурмовали во время Крымской войны, бомбили во время Великой Отечественной и каждый раз восстанавливали заново. Сегодня, в мирное, спокойное время, она просто требует полнейшей реконструкции. Кстати, этого не происходило со времен Советского Союза. Один из объектов федеральной целевой программы в сфере реставрации объектов культурного наследия, который идет у нас, я бы сказал, даже с опережением графика. К подрядчику, по большому счету, на сегодняшний день претензий никаких нет. Все идет строго с графиком, кассовый план осваивается, поэтому уверены, что, наверное, к концу года данный объект порадует крымчан, порадует жителей города-герой Керчи новым убранством и новым своим внешним видом. В каких-то лестницах, пролетах, лабиринтах, сыпучих материалах. Ой, господи, как я люблю свою работу. Так, оператор, держись. Мы поднимаемся все выше и выше. Причем сама гора находится на высоте 92 метра. А мы сейчас с вами без страховки на высоте. Я не знаю, на какой высоте, но тут страшно. Еще и ветер дует. Так, а нам еще выше. О, мамочки. Мама Мия. Так, сейчас, аккуратно. А какие виды? Какие виды? Прежде всего, хочется сказать, что этот объект реализует Министерство культуры Республики Крым. И это вдвойне удивительно, потому что министерство, которое должно заниматься культурными мероприятиями, настолько хорошо реализует такой сложный объект строительства. Сказать, что это большая ответственность, это ничего не сказать. Мы идем с серьезным опережением. И компания, которая выиграла торги, оказалась, к счастью, серьезной строительной компанией. И на сегодняшний день, ну, процентов 70 уже работ завершено. Но есть нюанс. Строите на 1000 лет. Давайте принимаем решение. Все плиты везде снимаем, все вычищаем, обеспыливаем, пропитываем пропиткой и заново укладываем. Хорошо. Потеряете 2 недели, зато потом 1000 лет простоит. Мы сейчас подорвали две плиты. Оказалось, что под парапетными плитами есть пустоты. Подрядчик отреагировал правильно. Договорились, что все полностью парапетные плиты он снимет и уложит заново. Здравствуйте, как дела ваши? Что вы там делаете? Курите? Курите? Я министру расскажу. Бурите. А, бурите. Мне послышалось, курите. Молодцы, бурите, бурите. Бурите на здоровье. Занимаемся здесь бурением свай. Ставим сваи для укрепления грунтов. А на эти сваи будет возноситься стена, чтобы крепче стоял, как бы никуда не пошла, ни туда, ни сюда. Все будет прекрасно на сваях стоять.
Вот открыл для себя вот новый камень, не знал, что такое в Крыму добывают камень у нас, из которого делают облицовка непосредственно самой лестницы Митридат. Действительно, будем сейчас разговаривать с нашими проектными организациями, чтобы максимально применяли такие материалы, которые производятся на территории, добываются на территории Республики Крым. По поручению президента в Керчи более 15 объектов реализуются по федеральной целевой программе. Дороги, и инженерные коммуникации, и школы, и садики. Это заливаются бетонные ступени, которые потом сверху, на которые укладываются каменные ступени, каменная отделка из местного материала, который добывается здесь под Керчью. А Митридатская лестница так названа в честь царя. Ну, не зверей, а людей. Здесь, на самой вершине этой горы, жил могущественный, отважный и очень богатый царь, который побеждал в войне против Римской империи дважды. Но, к сожалению, это было так давно, что очень многие просто забыли об этом. А кто такой Митридат? 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 Блин, вот это не знаю, честно сказать. Ну, слышали, что он с Римской империей воевал? Да, да, слышал. А как его убили? Вот это не слышал. Ну, точнее не узнал. А что у вас в ведерке? В ведерке раствор. Раствор для установки поручней. И как вы это делаете? Ну, мы можем вам продемонстрировать. Давайте. Это. Интересный факт. Существует легенда о том, что якобы здесь где-то зарыто сокровище того самого царя Митридата. Вообще в самой горе есть какое-то хитросплетение всевозможных ходов, где можно найти какое-то золотишко. Находили золотишко? Конечно. Слышали? Там кто-то находил. Мы идем к вам. А я вижу, у вас цепочка золотая. А откуда цепочка-то? У простого рабочего. Находили золото здесь? Ну, наверное, кто-то находил. Вы не находили? Я конкретно точно нет, но слышал, что находили. Кто? Кто-то находил. Где? Где-то здесь. Когда? Когда, неизвестно. Люди заняты делом, понимаете? Им не до вот этих вот пустых разговоров. Мы делаем сейчас маяки, а потом ребята вот так вот длинномерики, да, вот они лежат у нас длинномеры. Ага. Вот эти длинномеры потом вот так вот бросаются шагом 20. И у нас получается стена. Что вы тянете? Арматуру. А сколько ее длина? 8. 8 метров? Ого! Я слышала, что находят золото. Может и находят. Царское. Может и находят. Мы же не копаем, мы не знаем. Камеру включай. Угу. Скажите, тяжело ходить туда-сюда? 432 да. ступени. Да. У вас работа с огоньком? Это да. А я вам действую на нервы? Не очень. Мы делаем монолитные плиты, ступени заливаем для дальнейшей работы каменщиков, для кладки блока, кирпича, делаем основание. Для нас подготавливают грунт, трамбуется он все. Мы занимаемся армированием, выставлением опалубки и заливкой бетона. А, мамочка! А как вы понимаете, что по технологии? Ну, попрыгать есть, надо есть на нем. Проектировка. Есть проекты, чертежи. Все соблюдается по чертежам. Начали в августе прошлого года, закончить планируем в сентябре этого года. Почти все идет по плану. Сложностей очень много. Например, мы находили два раза не разорвавшиеся бомбы прямо под лестницей. Да, тут саперы были, приезжали, забирали. Это не просто лестница, это ожившая история. Вы только представьте себе, чего здесь только не было, кого здесь только не было. Такого в фильмах вам не покажут. А наши рабочие работают, причем работают с видом на
обелиск славы, что очень символично, ведь они настоящие герои, под палящим солнцем, туда-сюда, 432 ступени. Это вам не шуточки. И все для того, чтобы... Этот объект стал центром притяжения, и чтобы, скажем, объекты подобного уровня, подобного класса множились как можно быстрее. Безусловно, это будет одним из центров притяжения не только Керчи, но и Республики Крым. Лестница простоит долго. Лестница простоит на века. Мы здесь строим, чтобы лестница стояла долго. Это вот визитная карточка, одна из визитных карточек, так как Ханский дворец, Петридатские лестницы, да, то есть это вот будет, наверное, достоянием республики. Жители Керчи будут, я думаю, радоваться, и будет им куда сходить и где провести время. Ну и желаю им, конечно, счастья, здоровья, любви, как и всем. Это не то, что место притяжения, это будет Мекка крымская для туристов, которые, конечно, въезжают в Крым по Крымскому мосту. Первое, что они будут видеть, это роскошную, отреставрированную Митридатскую лестницу.